Я люблю свою школу. Здесь учат музыке, актерскому мастерству, танцам, рисованию. И есть отделение творческого развития Kids School. Я занимаюсь в школе искусств на гитаре. Заниматься на гитаре мне предложил папа, когда мне было 6 лет. И я с радостью согласилась. Теперь мне уже 8. И мне очень нравятся занятия с моим преподавателем Юрием Владимировичем. Вообще, я очень люблю заниматься творчеством. И если бы у меня было много свободного времени, то я с удовольствием занималась бы изучением всех музыкальных инструментов, училась бы рисовать, быть актером и занималась танцами. Кстати, у нас очень хорошая школа танцев, и ведет ее замечательный учитель Мария Александровна. Правда ли, картины напоминают застывающую музыку? Но если вы любитель более динамичного искусства, тогда вас не оставит равнодушным театральное творчество. И этому тоже учат в нашей школе. Быть – это один вопрос. Или не быть. Второй кусочек разделил паузой. Вот в чем вопрос. Быть – или не быть? Вот в чем вопрос. Не верю. А я верю, что нашей школе быть и развиваться. Ведь у нас очень хорошие руководители, которые смогли собрать под одной крышей много разных видов искусств. А наш директор Валентина Александровна делает все, чтобы мы могли учиться и получать знания в любом направлении. И из нас могли вырасти творческие личности и профессионалы своего дела.